Ёб твою мать! Блин, он меня сожрал. Всем привет, с вами Андрей Вар. Сегодня хоррор на моем канале, наверное, первая такая страшилка-игрушка. Снимаю специально ночью, чтобы было страшно. То есть буквально вот сейчас свет на клавиатуру, чтобы видеть, ну, хотя бы что видеть, что нажимать. Соответственно, полностью в комнате тишина. Ну, то есть поэтому мне так плохо видно, не то, что я там камеру что-то сделал. Короче, давайте проходить. Думаю, за один раз не получится. Посмотрим, за сколько раз. Ну, то есть посмотрим, вообще зайдет, не зайдет данный ролик. Музычка пошла. Короче, так, instruction. Единственное, что эта игрушка полностью на английском языке, то есть русского перевода нет. Credits. Так. Блин, эти пианино фильмов ужастиков, это жесть. Jump space, WASD, movement, типа движение, space jump, left, right, control, C, crouch, это типа присесть, left, right, shift, бежать, F, flashing switch, это типа брат, наверное. Или, ну, хрен его знает, посмотрим, понажимаем. Left mouse click E, interact, use any action. То есть на мышку, на E, left, right, ну то есть, окей, здесь в принципе все понятно. Типа мы можем, человечек, так, мы можем бежать, мы очень быстро присесть. А, flashing switch, это наверное фонарик. Switch, да, типа, ну, да, наверное фонарик, F фонарик, включать и выключать фонарик, все. И типа глазик, я так понимаю, нас не видит. Че, погнали, народ. Бля, если я буду дергаться, как бы, ну, блин, рили игрушка так. Я как бы не любитель ужастиков, но ужастики заходят в публике. Поэтому посмотрим, зайдет ли меня. Главное, чтобы ничего резкого не было, а то я прям как начну дергаться. А сейчас второй час ночи, блин. Так, way. Что это place to find? I need find way. Надо найти путь отсюда. Так. Типа я в комнате, окей. Ага, так, присесть. Да, фонарик F. Бежать, быстро бежать. Так, быстро бежать. Так, тут, ага. Так, ага, то есть, подождите, я даже не приседал, он, то есть, сам, оп, под стол. Так, здесь ничего нет, короче, погнали отсюда. Какие-то черные пакеты, я надеюсь, это не для меня. Я надеюсь, эти черные пакеты не для меня. Так, может быть. Нет, в шуфлядке ничего нет. Блин, я надеюсь... Ой. Я надеюсь, никто не зайдет. Прям антураж, ну, рили жуткий. Прям очень жуткий. Так. Ага, подожди, я могу даже в шуфлядку залезть. Ага, я могу так. Ебать. Тут же нихера не видно. Я могу в шуфлядку залезть, отлично. А здесь я могу спрятаться? Ага, что я в принципе могу... То есть, как бы, короче, я даже контролом не нажимаю. Он сам залазит в такие потайные места. Вау. Блин, а чё так громко? Блин, я как будто на каких-то каблуках. Прям... Очень жутко. Прям рили очень жутко. Так, ну здесь, я так понял, ничего подобрать я не могу. Ни с чем взаимодействовать я точно не могу. Ух, погнали тогда на выход. Погнали, выйдем отсюда. Так.
Ну, походу, никто не зайдет. Интересно, если я сдохну, где я появлюсь? Блять, как страшно. Там... Как же, черт возьми, страшно здесь. Так, здесь никого... Блин, у меня просто тупые мурашки покажут. Так. Ё-моё, какая-то музыка. Какая-то музыка. Ага. А, типа, я понял. Я понял, здесь повешенный челик. Походу какой-то обряд был. Уф, походу какой-то обряд, так. Просто какие-то шаги. И музыка такая обычно в эти моменты. Хрен его знает, что-то происходит обычно в эти. Блин. Че мышка так быстро дергается? А что-то должно происходить. Так. Пока ничего. Блин, я путаюсь, где здесь? Где здесь что? Так, и что здесь надо, короче, еще сделать, непонятно. Тоже еще что здесь? По итогу надо сделать. То есть на... Ёб твою мать! Блин, он меня сожрал. Короче, трое ген. Блять. Жесть какая-то. Please, find. Короче. Так, все, мы появляемся в той же комнате, я понял. Фух, мы появляемся в той же комнате. Так. Я понял, значит, он сидит где-то там. То есть я пошел в прошлый раз туда, погнали в эту сторону. Блин, он быстро бегает, между прочим. Прям Рилин, этот челик быстро, очень быстро бегает. Какая-то музыка играет подозрительная. Прям рили какая-то подозрительная музыка играет. Так. Че, что, походу, надо фонарик типа выключать? И он меня может не увидеть. Это не точно. Но это не точно. Так. Здесь еще выход. Так, давайте, может, здесь. Нужны ключи. Нужны ключи, чтобы выйти. Так, ладно. Так, я туда ходил. Давайте эту еще дверь. Блин, ну это ключи снова. Бля. Так, куда тут? Так, в прошлый раз я... И это была дверь тоже закрыта, да? Или... Нет, это открыто. Это открыта дверь. Так. Надо, короче, надо... В первой моей комнате не было ключей. Надо найти просто какие-то ключи. Там какие-то шаги были. Ну, серьезно, были шаги. Так.
А, это мои, наверное. Так, типа я здесь. Может. Здесь ничего нельзя. Блять! Он на звук не приползет. Линдос. Не, походу, ему на звук пофиг. Походу, ему на звук рили пофиг. Походу, ему на звук пофиг, но это точно не ключи. И подсказки никакой в телевизоре нету. Так, давайте еще. Ключи, 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 ключи. Так, он типа ползает, да? Ну а где ключи-то? Где ключи? Может, бля, да нету ключи. Да нету ключей. Блин, я снова сейчас на него нарвусь. Вот он здесь, за этой комнатой. Он тусуется, он там. Он там, он тусуется. Блин, что, если я к нему пойду снова, блин, он снова меня сожрет. Если я к нему пойду, он снова меня сожрет. Ключ надо найти. Это его убили, я так понимаю, мы. Вот это он, да. Типа его убили, и мы. А, вот, смотрите. Только это. А, нет, не ключи. А, нет, ключи. А, это два ключи. Два ключа, то есть. This look is guy. Клок. А, это часы. Так, часы, часы. У меня двое часов. Сейчас. Часы. И что сделать? Что сделать? Хорошо, а вторую? И что? Бля. Тихо. Ага, я понял. Я понял. Да. Типа туда можно спрятаться. Так а что? Что я сделал? Блёха, снова страшно. И чё так? А нахрена я подобрал эти стрелки? Они просто идут и... Блин! А чё он такой резкий? Я снова съел. Я снова народ слил. Блин, а чё он такой резкий? Бля, страшно. Так, я понял. Окей. О, а. Ой. Я первый раз пропустил эти ключи. То есть, кусочки на земле. То есть, на землю надо смотреть. Подождите, а этими хорошо, я этими не открою двери. А, нет, здесь я был.
Здесь я был. Короче, смотрим на землю. Возможно, какие-то ключи я еще пропустил. Возможно, какие-то стрелки я еще пропустил. Может, поэтому он прибежал, может быть. А, теперь они в других. Блин, ну он оттуда просто тупо выскакивает и все. Просто оттуда выскакивает и все, и хрен ты. Подождите, а где я могу спрятаться тут? Блять! Да он запарил, я не могу от него убежать. Как от него убежать, вообще не понимаю. Дубль 742. Так, тут лежал. Сейчас нету. Так, сейчас нету. Тут нету. Короче, ищем те ключи, с помощью которых можно запустить. То есть, короче, надо. Блин, хорошо, я запущу часы и что дальше? То есть просто я прикопался к этим часам, а мне надо ключи найти какие-то. Блин, ну он страшно выбегает, вот серьезно, вот прям без шуток. Прям очень страшно выбегает. То есть, хорошо, то есть какая-то фишка есть в этих часах, так и есть первый. То есть мне просто надо свет выключить, что ли? Блять. Я успел или нет? Вы слышали шаги? Я, походу, успел спрятаться в этот раз. Давайте попробуем сюда заползти.
Бля, так... Чё тут? Бля, ты мне что-то... Пикнуло. Ты мне в... Блин. Блять, ну вы слышите ж. А чё? Каким моментом он выбегает? Когда я стою только или что? Что-то я вообще не понимаю с этими. Что-то я прям рели не понимаю. Блять. Бурошки, просто пиздец по коже. Ты чего? А где ключ? Вы слышали эти шаги, бля, да? То есть, короче, надо просто спрятать там... Там какой-то лаз, что ли? Ебать, он там стоит! Он пошел.
И что теперь? Так, надо было дальше бежать, походу. А возле него, интересно, можно без фонарика проползти? Где ключ? Блин, у меня уже контур устал. Там. Ну там ходит. Идет сюда. Нет. Где-то он прошел туда налево, налево, если увидели, снова назад. Блин, как же он быстро носится. Просто на турбоскорости. По-моему, налево, направо. Да. Он меня схватил за жопу. Короче, разобрались с часами, что часы включаю, и он тогда начинает бегать по комнатам. И можно, наверное, прощемиться. Блин, короче, надо еще разбираться. Уф, ладно, видос уже на 30 минут пошел. Но за первый видос мы собрали две стрелки часов, разобрали, что их надо подключать, как-то врубать. Он тогда начинает бегать. Давайте, если хотя бы немножко этот видос наберет лайков, попробуем пройти эту серию, то есть пройти до конца. Ну, то есть выбраться. Короче, мне надо с этого дома выбраться. То есть попробуем выбраться с этого дома. То есть, короче, давайте, ну, я не знаю, ну, 100 лайков наберем на этом видео, не знаю, не наберем, наберем. Если наберем, будет вторая серия. Как я все-таки выберу с этого дома? Там, я так понимаю... Хотя, блин, а как? Ну, блин, короче, надо просто разобраться дальше.
надо по чуть-чуть вот проходить и разбираться. Но игрушка страшная. Вот это эти резкие звуки, это резкое его появление с этой головой кровавой. Ух, ну давайте, народ. Все в ваших руках, 100 лайков набирается. Снимаю вторую часть и проходим до конца, выбираемся с этого дома. Всем пока. С вами был Андрей Вар. Всем пока.